Здравствуйте, дорогие амичи! Можно выразить свои сомнения по поводу происходящих событий. Первое, что меня беспокоит, это вот за последние 25 лет у нас уже сложилась определенная традиция проведения праздника Дня города. Праздник, посвященный Дню города, у нас начинался с знаменитого сибирского марафона. Это было прекрасно. Первая суббота августа проходил международный сибирский марафон. Приезжали большое количество гостей, делегаций, которые принимали участие в сибирском марафоне. Но наши чиновники почему-то додумались в год проведения Олимпиады в Лондоне провести забег одновременно в то же время, как и в Лондоне. Я понимаю, чиновники любят пропиариться. В результате сковеркали такой прекрасный праздник, как сибирский марафон. Потому что очень часто в августе месяце бывает жаркая погода. Но если забег начинается в 8 часов утра, то до 12, до часа дня практически марафон уже заканчивался. Но когда люди побежали в 5 часов дня и на температура была 37, то я сразу сказал, что будут жертвы и многие попадают. Вот сейчас уже идет большой разговор о подготовке к проведению праздника так называемой флоры. А почему только один день в году мы посвящаем благоустройству нашего города? Я так думаю, что Горзеленстрой должен заниматься клумбами и облагораживать мой город с апреля по октябрь месяц. Или проще, в августе месяце выпустить всех в центр города, чтобы амичи торжественно перетоптали эти клумбы с дорогущими посадками. Исчезли огромное количество этих гальки, дорогой щепы, которую покупают в АБИ. Это очень дорого. Я считаю, что это нерачительно. Надо подходить с государственной точки зрения к проведению подобных праздников. Я хочу, чтобы в нашей государственной политике в масштабах города присутствовал реализм. Надо трепетно относиться к людям, к амичам, которые живут в нашем городе. И не жить одним днем, а работать надо постоянно. Это мое мнение. Может быть, я в чем-то не согласен, но это то, за что болит моя душа, как художника-патриота нашего города. Я Сергей Сачивко. Искренне вас люблю и уважаю.